Еще одной площадкой общеобластного субботника стал Щелковский парк культуры и отдыха. На уборку территории, вооружившись инвентарем, вышли неравнодушные жители Щелково, работники муниципальных учреждений, сотрудники администрации, члены общественной палаты. С самого утра, несмотря на ненастную погоду, активисты принялись за работу. Конечно, для жителей, которые любят наш город, наш парк, областной субботник – это важно. Сегодня мы убирали ветки, мы собирали листья, мы убирали мелкий мусор и старались благоустроить наш парк, тем более, что скоро уже открытие сезона с 1 мая. В парк мы ждем большое количество жителей. Настроение шикарное, прекрасное. Всех с праздником, субботником, праздником весны. Субботник, хоть и трудовой, но все-таки праздник. Соответствующее настроение участникам создавал концерт. Духовой оркестр культурного центра Главного управления МВД России по Московской области представил музыкальную программу на сцене Щелковского парка. А горячий чай и угощения стали отличным завершением субботника. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.